Мультяшки, развивашки! Друзья, всем привет на нашем канале! Сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом». В сегодняшнем марафоне будет участвовать агент Анжела и помощник шерифа Хэн. Но перед этим Тому нужно выполнить ежедневное задание. А сегодня нашему Тому нужно подобрать 2 самолета. А пока Том будет выполнять задание, вы подумайте, за кого будете болеть в марафоне и напишите нам в комментариях. Ну что, вы готовы? Тогда вперед! Том приступил к выполнению задания с трассы набережной Анжелы. Ребята, а какая миссия дня у вас была сегодня? Напишите нам в комментариях. Осторожно, Том! А вот и магнит. Теперь золото летит прямо к нам. Мы выбегаем с арки и оказываемся в китайском городке. Если вам нравится его обновление, ставьте лайк. Кстати, ребята, вы уже выбрали, за кого будете болеть? Если да, напишите за кого. А вот я вижу первый самолетик. Ну что, то полетаем? Юху! А внизу нас ждал енотик. Итак, ребята, для выполнения ежедневной миссии нам нужно подобрать еще один самолетик. Том, прыгай осторожно с парашюта. Молодец! Том, я вижу спереди туннель енотика. А вот и он. Скорее догоняем его. Ой-ой-ой. Кажется, Том ударился. Давайте попробуем спасти его. Какая сложная трасса в подземелье енотика. Том, ты опять ударился. Попробуем тебя спасти еще. Так, енотик убегает. Догоняем его. Прыгай по крышам. Том. Осторожно. Перепрыгивай. Том, ты догнал его. Давайте постараемся выбить с него 2 звезды. Уже получилось выбить 1 звезду. Ребята, кто выбивал с енота 2 звезды, ставьте лайк. Осторожно. Прыжок. Пригинайся. Прыжок. Еще один прыжок. Кстати, друзья, вы уже подписались на наш канал? Если нет, тогда обязательно подписывайтесь. У нас на канале вы найдете много интересного про кота Тома и кошечку Анжелу. А вот и второй самолетик. Ура! Миссия дня выполнена, и мы за нее получили 350 слитков. Том, ты уже, наверное, устал? Тогда спускайся и беги домой. Отлично, Том. Теперь ты можешь отдохнуть. А мы переходим к марафону. Итак, первой отправляется агент Анжела. Вперед! Мы с вами на набережной Анжелы. Догоняем воришку енотика. Сколько золота уже успел разбросать енотик? Ребята, если вы решили, за кого сегодня будете болеть, напишите, пожалуйста, нам в комментариях. А мы забегаем в туннель и попадаем в ночной город неоновой Анжелы. А вот и енотик. Анжела, догоняй его. Маришка оставил для нас 200 слитков. Анжела, собирай золотишко быстрее. Забегаем на грузовик. Ребята,
Если вы еще не подписались на наш канал, то поскорее подписывайтесь. И если это видео наберет 200 лайков в течение месяца, мы будем целую неделю выпускать на канал мультяшки-развивашки игру «Дом за золотом». Так что делитесь видео в социальных сетях и с друзьями. А мы опять забегаем в туннель и попадаем на автостраду Хэнка. Забегай, Анжела, на грузовик. А вот и енотик. Он оставил нам сейф. Анжела, ты установила новый рекорд в игре. Друзья, а у вас какой рекорд? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Нам будет очень интересно. Еще магнит. Подбирай его. А теперь оденем еще шлем. Прыжок. Еще прыжок. И еще магнит. Ну что, Анжела, твое время подошло к концу. И тебе пора возвращаться домой. Подсчитывать слитки и очки. Анжела набрала 30 тысяч очков и 1221 слиток. Хэнк уже готов в бой. Вперед! А вы, ребята, запоминайте, сколько очков и слитков собрала Анжела. И готовьтесь к голосованию. Друзья, а вы пишите нам в комментариях, какой герой, по-вашему, был самым сильным. Хэнк уже в китайском квартале. Мне кажется, он сегодня победит. А как думаете вы, туннель? И Хэнк выбежал на снежной трассе морозного дома. Мне кажется, это самая сложная трасса. А вы как думаете? Хэнк, смотри, енотик. Лови его. Он для тебя оставил один динамит. Хэнк, будь осторожен. Здесь очень большие снежные комы. Хэнк, продолжай свой забег, и ты обязательно победишь. Снова туннель. И теперь мы на набережной Анжелы. Смотри, воришка-енотик убегает. Догоняй его. Прыжок. Еще один прыжок. И еще. Хэнк, ты уже собрал больше 500 слитков и 20 тысяч очков. А вот и енот. Что он нам оставил? А енотик оставил сейф. Лови его. Ребята, а какая трасса вам нравится больше всего? Напишите нам в комментариях. Ребята, заметьте, в этом марафоне еще ни одному герою не попался самолетик. А Хэнку он бы сейчас очень помог. Прыжок. Еще один прыжок. А вот и магнитик. Очень хорошая вещь. Теперь слитки летят к нам сами. Ну, наконец-то самолетик. С его помощью Хэнк сможет одержать победу. А я вам, ребята,
Напоминаю, если это видео наберет 200 лайков за месяц, то вы увидите на нашем канале 7 новых серий Тома за золотом. Ну что, кажется, заканчивается горючее. Прыгай, Хэнк. Ну что, идемте оглашать победителя. Хэнк собрал 36 тысяч очков. А Анжела собрала 30 тысяч очков. Но Анжела собрала 1221 слиток, а Хэнк всего 1066. По результатам забега определить победителя не удалось. Ребята, помогите нам определить победителя. И напишите в комментариях, какой герой сегодня был лучше, на ваше усмотрение –